Всем привет, ребят. Ну что, вот вышло обновление, что-то вообще очень рано оно вышло на русском сервере. Сейчас мы с вами пробежимся, посмотрим, что мы не видели на Тайване интересного. И разберемся с нюансами, какие у нас есть. Так, в общем, поехали. Два новых героя. Назвали их очень весело. Сейчас я вам даже покажу, как их называли. Кровавая Мэри и Скиталец. Вот так вот. А вот теперь самое интересное, почему этот герой действительно имбовый. На максималке 360 урона от атаки 4 героя атакуют, уменьшает их энергию на 100 каждую 1 секунду в течение 5 секунд. То есть он вообще не дает заряжаться. Им это реально очень круто. Также зона, которая по сути сковывает противника 0,7 секунд каждую секунду. То есть по сути это 3 секунды. Ну практически они нифига не могут сделать. Это реально круто. При появлении на поле боя увеличивает атаку, скорость атаки и получаемый урон на 60. А если у него становится меньше 60% здоровья, атаку увеличивается на 200. Вот так вот. Ну я считаю, это реально очень круто. Это реально очень крутой бездонатный герой. Кровавая Мэри, тут, конечно, тоже жесть, 520 урона, 10 целей противника, то есть непонятно, будет бить только героев или здание тоже, уменьшает атаку, то есть дебафер получает неуяз 4,5 секунды, это просто жесть, ребят, восстанавливает энергию быстро, иммунитет к молчанке, невосприимчив к ограничению урона, за исключением босса. В общем, это просто жесть будет. Посмотрим на это. Ну, пока она недоступна. Поехали дальше сюда. Мне больше интересен. Смена талантов за самоцветы обойдется на 40% дешевле в течение 30 минут. Вот так вот это на 30 минут вот это вот хрень действует. Ну, реально, фигня полная. Смена созвездий за самоцветы обойдется на 20% дешевле. Ну, у всех есть коробки, нафиг это надо. Без доната, ну это только чисто для бездонов, но это реально бред. Смена атрибутов питомца на 30% дешевле. Найм героев за самоцвет, вот это вот единственное, на 20% дешевле. Ну вот это вот единственная тема. Подарки роста, 3 строителя на 100% больше наград в нормальных условиях в течение 1 часа. Вот так вот, это нормальная тема. В 2 раза больше наград. Время строительства зданий, фигня. А прибыль с рейдов, золото, маны, честно говоря, тоже по сути фигня. Сократить время выращивания питомца тоже в течение одного часа фигня. Вот строители классная тема и прибыль. Но скорее всего строители не просто так вели. Будет, наверное, еще нововведение. Дальше будем прокачивать. Так, здание. Один самоцвет. Я этот набор уже показывал вам. Дальше поехали. Прокачаем сейчас с вами. Прокачаем, ребят, прокачаем. Вот, например, возьмем на примере огника. Сделаем дальше прокачку. Видите, сколько всего уходит. Ну, то есть 10 раз это как минимум 1030-40 кагашек надо. И вот 95 и 100 максимум. Вот такое вот, такие вот статки в прокачке. Дофигища надо. То есть надо 1000 обликов для того, чтобы прокачать героя. Мне сейчас интересно посмотреть, на кого у меня там еще есть облики. Нормальное количество. Посмотреть, сколько прирост силы оно даст. Ну, видите, на русском сервере я уже давно забросил. Вот, например, Розалинда. Поехали. 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ну плюс 150, где-то плюс 200 силы дает, ну неплохо. Такс, окей, но это надо иметь еще нормально питомца. Вот это вот за найм будет дешевле, если выбить тот итем. Так, что у нас еще интересного? Новый талант, я вам уже показал обзор на новый талант, такой неплохой, 10-я эмблема, тихое укрытие, ну не так уж и много дает, десятка. 9300, нифига себе, нормальные такие приросты, да, 8600, 9000, ну, неплохо,
Прирост, конечно, неплохой. Такс. Что еще интересного есть? Десятая эмблема. Но их сделать надо реально очень сложно. Дофига надо итемов, пока их не продают. Дальше. Магазинка. Поменялась магазинка. Я вам покажу. Гильдийская магазинка поменялась. Здесь добавилась вот карта созвездий за 28. Награда за битву гильдии поменялась. Я вам ее показывал. Также поменялся магазин. Добавили сюда итемы, видите табличку. Ну, пока ничего нету. Карта выкидывает, не могу вытащить. Я вчера показал, то есть здесь сумки продают, вторые карты героя, вот такие за 90 тысяч, неплохо. Ну, а так, видите, не могу дальше забежать, не дает. Сумки появились, здесь тоже показывал. Первые, вторые, третьи, по-моему. Так, это мы забрали. Новый питомец, я вам его уже показал. Что у нас еще интересного по обнове есть? Два новых пэта. Один супер пэт. Вот такой вот. Навык атакован, наносит 285% четырем вражеским героям, обездвиживает их на 2,5 секунды. Это тоже, опять же, очень круто. На деф, на битву гильдии будет интересная тема и на PvP локации. Это первый левел, ребят. Все ближайшие дружественные юниты получают на 9 меньше урона. Ну, в общем так, ну кулдаун, конечно, большой, но 2,5 обездвиживания, это, конечно, круто. Это первый левел, причем. Такс. Теперь сейчас покажу вам нового этого. Я уже его показывал. Восстанавливает здоровье в размере атаки питомца рядом с твоим юнитом. Увеличивает атаку и скорость атаки в течение на героев. Это тоже действует. Ну, такой довольно-таки неплохой тоже пэт. Мне он понравился. Будем его юзать на битве гильдии, пробовать. Так, дальше. Что у нас еще есть? Ну, облики я вам показывал, два новых облика, можете зайти на новых героев. Волна АК, я ее пробовал проходить, ребята уже некоторые попроходили вот вторую, она проходится, там огники, ну, можете посмотреть, я буду на английском, думаю, проходить. Так, в принципе, вроде с такого все, еще поменялся магазин с пустынных руин. Вот такие вот плюхи добавили сюда героев, то есть есть шансы собрать, ну, осколками героев дособирать, если, конечно, вам повезет. Вряд ли кто-то сейчас бегает. То есть поменялись здесь награды. Это с такого, что интересно. Также, что у нас интересное такое есть? Патоватик сказал. Ну, с такого я вроде вам все показал. Магазин этот новый, реально хрень полная. Ну, не знаю, героя вам тоже показал. В общем, ничего такого нового, сверхъестественного не добавилось. Такая, знаете, обнова. Ничего сверхъестественного, талант, не знаю, пока я особо не зацепил. Герой классный, первый герой бездонатный, реально он мне понравился. Донатного героя еще, к сожалению, так и не продают. Попробуем его сегодня выбить здесь на парящий. Так, тут у нас, наверное, так и не поменяли награды. Нет, не поменяли, не добавили. Это будет уже при следующем парящем острове. Колесо. Таланты выигрывают. В общем, ничего такого сверхъестественного нам не добавили. Ну, не знаю. Посмотрим. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу обновы. Думаю, выбью героя, прокачаю его уже на английском сервере. Либо здесь выбью, тоже попробую. В общем, такая обнова. Не знаю, не туда-сюда. Два героя, два питомца.
Герои хорошие, питомцы тоже, в принципе, классные. Десятые эмблемы к этому были готовы, награды не те, которых ожидали. В общем, такая вот, ребятушки, обнова. Пишите комменты, ждите видосов. Всем удачи, всем пока.